С 1 января 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве о потребительском кредитовании. В соответствии с новыми требованиями банкам и микрофинансовым организациям запрещается начислять проценты по договору потребительского кредитования после того, как они достигнут полуторакратной суммы кредита. Данный запрет касается не только процентов, начисляемых на базовую сумму кредита, но и неустойки, других договорных мер ответственности, а также платежей за услуги, которые кредитор оказывает за отдельную плату. Запрет распространяется на договоры потребительского кредита или займа. Срок возврата денежных средств, по которым не превышает 1 года. Указанное условие должно быть отражено на первой странице договора потребительского кредита займа перед таблицей, содержащей индивидуальные условия договора потребительского кредита либо займа. Отсутствие указанного условия в тексте договора образует в действиях кредитора состав административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре, работе либо услуге.